Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии в связи с объявлением частичной мобилизации открыла особый сбор в поддержку тех, кто уходит отдать свой воинский долг Родине. Каждый мужчина, призванный в армию сейчас, получает на руки список необходимых вещей, которые он должен иметь с собой. Но не каждый из призванных имеет возможность приобрести все эти вещи, потому что многие стараются по максимуму оставить средства своим семьям. Поддержать солдат можно, перечислив любую посильную сумму или помочь с приобретением необходимых солдату вещей. Их список можно посмотреть на сайте службы милосердия. Все вещи можно приносить в центры гуманитарной помощи. Их адреса также можно узнать на сайте.